Друзья, добрый день. Для тех, кто не знает, чуть представлюсь. Меня зовут Тихонов Артем. Я акционер и один из участников компании «Риват», кои производят зарядные станции для электромобилей аж 2016 года. Все говорим о том, что нужно продвигать электромобили, что нужно их использовать, продавать, ездить и эксплуатировать. Это действительно дешевле. Мишки на Северном полюсе чуть больше радоваться будут, более белые будут. Но в целом хочется сказать, что все, кто двигает этот проект, электромобили, большие молодцы. Наталья, Мария, все, кто делает Яндекс.Заправки. Давайте делать не просто продукт, которым будут пользоваться, а клевый продукт. Мы за это. Мы очень замороченные ребята в своей компании на философии. И те люди, которые делают клевые продукты, а клевые продукты — это те продукты, которые тупо удобны. Как Яндекс.Заправки, как ваше приложение, Наташа. Просто удобные, которыми люди готовы пользоваться. Давайте делать такие клевые проекты, делать их электрохабов больше, делать там электрошоссе, делать... Электрогород. Электрогород давайте делать в целом, давайте развивать эту историю. Мы готовы там вас поддерживать технологиями, своими знаниями. Их достаточно много уже накопилось, Наталья знает. У вас копятся свои даты, давайте соединять ваши знания с нашими умениями и так далее, и так далее. Спасибо.